Я хочу короткие, черного цвета. Ты посмотри, какие отличные штанишки! Ну нет, мне такие не нравятся. Просто померь! Не понравятся, пойдем дальше! Я же не заставляю тебя их покупать! Но зачем мерить, если я 100% не буду их носить? Здрасте! Есть такие штаны на мальчика? О, конечно! У нас и футболки модные, и толстовки молодежные. А чье производство? Германия. Почем такие? Всего лишь 500 рублей. За 300 отдадите? Ну если честно, они уже и так со скидкой очень большой. Вы берите. У меня у самой и сын, и муж в таких ходят. Стираются отлично, удобные. Вот эта ткань, вот эта, ей вообще ничего не случится. Ну-ка давай мерь. Вставай на картонку. Бабушка, ну тут же все ходят. Да кто на тебя смотрит? Снимай штаны. Ха-ха-ха-ха-ха! Нинка! Алка, чё Лёшку к школе одеваете? А у нас Анжелка себе трусы засрала все, вот мы за новыми пришли. Бабушка! Ты зачем девочку довёл? В наказание покупаем штаны, какие я хочу! Ну прям на него сшито, фасончик к лицу. Я не буду в них ходить.